Рыбакит, папа рисует. Привет, друзья. У нас субботник, он подходит к концу, и мы рисуем рисунок по желанию одного из победителей, одного победителя сегодняшнего конкурса рисунков. И у нас субботник был, прошел по поводу кошек, и мы рисуем Виталика, похожего на Виталика. Это сложное задание, я не уверен, что у меня получится. Рисую я фломастерами, потому что я плохо вижу Виталика, в смысле, что я вижу только часть фотографии его, и попробую нарисовать просто мальчиком, мультяшного, чтобы он получился классно. Рисую его серым фломастером и в клеточку, лист-клеточку, чтобы было, нарисую сначала какой-то этап, как он будет выглядеть, вот такой он будет, вот такой. Перерим. У него будут, например, футболка, так? Футболка будет и вот такая шея, футболка и шорты. Потому что должны же, он мультяшный, но у него все это есть. У него есть ботинки обязательно и ноги. Руки вниз идут вот так вот, а одна рука вверх идет, потому что он держит, например, ручку или большую кисточку, потому что он у нас и рисует, и лепит. Он имеет большие глаза, мы нарисуем большие глаза для него. Большие глаза, вот такие, и он будет с открытыми глазами смотреть на нас. И вот так вот у него открытый лоб, мы ему нарисуем открытый лоб, чтобы его было видно хорошо, и ушки. Вот такой у нас Виталик получился, и бровки. Я сделал набросок, чтобы все получилось более-менее похоже, но в то же самое время по-мультяшному, как было задание. Цвет, давайте его теперь обводить черным и зеленым, раскрасим ему футболку сначала. Я раскрашиваю фломастером, мне нравится раскрашивать фломастерами, получается ярко, я его одену в такую одежку, которую я тоже такую же часто ношу. Мне нравится рисовать футболки зеленые, мне нравится носить зеленые футболки, ну и другие цвета тоже я ношу. И вот нарисовали. Цвет волос желто-коричневый. Так, желтый, вот так рисуем желтый и коричневый, коричневый такой коричневатый немножко, да. Он в кепке, я его видел в кепке на аватарке, может быть он тоже в кепке. Прическа очень стильная, чуть-чуть чубчик и вот он готов. Глаза, мне кажется, у него карие глаза, ну может быть какого-то другого цвета, и извини, если я не увидел твои глаза, но мне кажется, карие глаза очень красиво смотрятся. Так, вот такой парнишка получается. Черным. Теперь черным можно его частично обвести. Ротик, глазки, реснички, чтобы было видно. Обязательно зрачки нарисуй получше, да? Бровки. Вот он у нас мультяшный парнишка готов. Чубчик. Вот такой у нас Виталик. Виталик приходит каждую субботу, рисует с нами. Ему большое спасибо я передаю. Маме, в частности, тоже. Мама очень старается, много проводит время. И многие другие мамы тоже этим занимаются. Я это вижу. Почти всегда на меня подписываются это женщины, кто занимается развитием детей своих и интересно им что-то новое, интересное прислать. Я стараюсь не подвести вас и придумать что-то новое и оригинальное. Каждый раз что-то новое ищу в сети, хочу найти что-то интересное и чтобы это было интересно для вас. Вот такой у нас Виталик получился. Рядышком, я думаю, можно нарисовать зеленую травку, и это будет интересно. И Виталику будет лучше гулять. Лето сейчас еще продолжается, и есть время у нас порисовать и поиграть. На улице, лучше на улице. Что я хочу еще нарисовать? Хочу нарисовать солнышко. Потому что без солнышка, как же так получается? Солнышко надо. Лето, летние рисунки. Можно сказать, еще немножко осталось, и мы готовимся к школе, кто-то готовится к садику, и вот у нас получился такой вот Виталик. Виталику передаю большой привет, всем, кто рисовал со мной сегодня, огромное спасибо. Девчонки, мальчишки, приходите в следующую субботу, будет у нас еще один большой-большой субботник, где мы будем рисовать не кошек, а что-то другое. Обязательно приходите, делитесь своими работами. Все рисунки вы можете найти на Ютубе. Рыбакит, папа рисует. Это действительно легко найти. Рисуйте со мной, рисуйте с гаммой. С удовольствием. Всего хорошего и до новых встреч.